25 декабря в Госфилармонии Республики состоялась церемония награждения победителей и призеров республиканских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования. Конкурсантов, добившихся высоких результатов в текущем году, глава Адыгеи Мурат Кумпилов лично поздравил с присвоением государственных наград. Отрадно отметить, что среди награжденных и наши педагоги. Дипломами главы Адыгеи были награждены Сусана Шушукова, победитель республиканского конкурса «Лучший учитель адыгейского языка» средняя общеобразовательная школа номер 8 села Натырбова, и Татьяна Улатова, педагог, логопед дошкольно-образовательного учреждения номер 14 села Натырбова, занявшая второе место в ежегодном конкурсе «Воспитатель года Адыгеи». А сегодня наших победителей с таким замечательным событием поздравил глава района Заур Хамирзов. Я вот хотел бы вас поблагодарить, реально от души спасибо. Надеюсь, будете продолжать в таком же ключе. Очень лично я горжусь, рада очень. Это новогодний замечательный подарок всему образованию, подарок всему Кашхабовскому району. Они сделали. Молодцы. Да. Школа, молодцы, управление, все, особенно вам. Я реально вот горжусь. Глава района вручил подарки и цветы педагогам и в процессе общения выразил надежду, что это не последний конкурс в их жизни, пожелал успехов и побед.